Мячу, кажется, нужно было попасть в ворота, но сегодня у него траектория нацелена на рефери, и судья явно не в восторге от этого. Интересная стратегия у этого игрока, он просто в домике. Но, к сожалению, это никак не повлияло на молниеносное попадание мяча в сетку от противника. С этим парнем бильярд превращается в настоящее искусство. Когда настолько заигрался, что под раздачу случайно попал даже другой участник твоей команды. Чтобы выйти в наилучшую позицию или просто достать мяч, игрок должен легко и быстро двигаться у стола, а не двигать стол. Парный бадминтон – это не просто активный вид спорта, а развитие тактического мышления. Нужно не только разработать совместную тактику, но и выстроить оригинальную линию поведения. Увы, шансы на победу велосипедиста, который был впереди, резко исчезли, когда он свернул не туда. Возможно, помимо того, чтобы играть профессионально в хоккей, на досуге он играет в футбол. Похоже, в этом теннисном матче не было спорных моментов. Иногда в спорте решающим бывает не только мастерство и выносливость, но еще и удача. Какая скорость и координация? В таком маленьком промежутке времени, пока мяч летит к противнику, побежать менять снаряжение – очень рискованный поступок. С таким вратарем и нападающие не нужны. Он и сам может победить. Ловили в перчатку, а поймали в карман. Похоже, судьба этого мяча – быть частью неожиданного момента. Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев умеет лишить противника малейшего шанса забить шайбу. Никто даже не заметил, как у него в руках оказался мяч. Вот что значит прекрасно отлаженная командная работа. Иногда мы не успеваем запоминать названия новых уличных видов спорта, но они всегда удивляют и привлекают внимание публики. Спускаясь парой, главное сохранять равновесие. Тогда вместе можно разделить незабываемые эмоции. Кто сказал, что от регби могут фанатеть только люди? Но этот котик не просто фанат, он еще и очень умелый игрок. Может быть, это такой креативный способ отправить на замену нового игрока? Тот случай, когда не биты отбили мяч, а мяч выбил биту прямо из рук спортсмена. Такая точность и концентрация не всем даются так просто. Умением этой бабули могут позавидовать даже многие молодые. Нет, ну вы это видели? До сих пор не могу поверить в реальность этого видео. А вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Молниеносная реакция велосипедиста. Он-то понимал, что оставаться на пути у коллег не лучшая идея.
Тебе тоже кажется, что это очень сомнительный выбор прически для соревнований по легкой атлетике? Ты когда-нибудь пробовал стоять на одной руке? А как насчет того, чтобы сделать это на одном пальце? Возможно, именно благодаря символике любимого супергероя, она чувствует себя спокойной и уверенной в себе. Просто невероятно, что после нескольких вращений ему все же удалось восстановить контроль над машиной и даже продолжить участие в гонке. Это настоящий матч или цирковое представление с переодетыми футболистов-артистами. Как бы то ни было, но повеселить народ они точно сумели. Бренду этих кроссовок точно нужно заплатить этому парню за такую чудесную рекламу их обуви прямо во время матча. Как же они непринужденно выполняют сложнейшие трюки на льду. Такой грации и легкости могут позавидовать даже птицы. Весь зал в шоке. Настолько быстро среагировать в такой ситуации смог бы далеко не каждый. Настоящий мастер своего дела может идеально вести игру даже полусидя, и никакие помехи не станут у него на пути. Кто сказал, что в теннисе можно использовать только ракетки? Эти ребята решили, что ноги тоже вполне подходят. Главное, что игроки оказались на одной волне. Вот это гендер-пати настоящего футболиста. Кто знает, может, будущая дочь спортсмена тоже захочет связать свою жизнь с футболом. Мяч решил сделать свой вклад в общее настроение на поле. Зато теперь этот парень стал немножко веселее. После такой напряженной игры не грех отметить победу. Забавно, насколько синхронизированными при этом оказались их движения. Ни в коем случае не пытайтесь повторить такой трюк. На это способен лишь настоящий профи. Когда за своим столом становится скучно, он легко переключается на соседний. Вы когда-нибудь видели, чтобы в настольном теннисе сам стол играл столь незначительную роль? По логике вещей, вместе с перчаткой должен был улететь мяч, но нет, он сумел его словить. Эх, насколько был близок триумф. Вот вам и поговорка в действии. Не говори «го», пока не перепрыгнешь. Гонки гонками, а машину в чистоте нужно держать всегда. Наверное, для этого водителя порядок даже важнее победы. Герои этого видео просто невероятные. Они определенно заслужили лайк. Этот парень настолько втянулся в игру, что даже перестал видеть перед собой любые препятствия. Надеемся, с ним все в порядке. Немного перенервничал, но главное, что гол не забит. Иногда нужно тщательнее смотреть под ноги, иначе даже такого огромного мужчину может свалить на ноги всего лишь миниатюрная девушка. В гимнастике и не такое бывает. Главное не растеряться и продолжить выступление дальше.
Невероятно, как можно быть настолько крутым. Этот парень точно нашел ключ к совершенству в баскетболе. Девушка прекрасно знает, на что он способен, поэтому безгранично ему доверяет. В баскетболе доли секунд решают все, а игроки способны на поразительные решающие броски даже в самый последний момент. После таких моментов у меня, честно говоря, пропадает дар речи. А у вас? Видимо, на этом соревновании большую роль играет не конкуренция, а дружба. Велосипедисты сыграли в камень-ножницы-бумага, чтобы определить победителя. После длительного перерыва он вновь показал, что равных ему нет. Как бы странно ни выглядела эта часть разминки, она необходима для эффективности тренировок. Не успел он отъехать от пит-стопа, как лишился колеса. К счастью, он легко смог вернуться, чтобы таки решить технические неполадки. В экстремальных видах спорта опасности подстерегают на каждом шагу, и только настоящие профессионалы своего дела могут так мастерски с ними справляться. Как же она радуется! Эта девушка наверняка приложила огромные усилия к этой победе и заслуженно ее получила. Это решение явно выглядело лучше в его голове. Это же как нужно чувствовать положение и движение всех шаров на столе, чтобы так мастерски управлять ими всего лишь с помощью одного удара кия. Игроки настолько увлеклись игрой, что сначала даже не заметили, что валанчик притаился где-то в сетке. Вот это настоящий профессионал своего дела. Продолжает работать даже после того, как мяч прилетел ему прямо в голову. Вот это точность. Даже на такой неровной площадке ему удалось попасть прямиком в цель. Это уже не футбол, а настоящая акробатика. Такой моментальной координации может позавидовать каждый. А как вам такой поворот? Честно говоря, без ваших комментариев тут не обойтись. Увы, у спортсменов не всегда получается должным образом продемонстрировать все свои способности и навыки. Обычно фехтовальщика воспринимают ловкими и грациозными, однако иногда это мнение ошибочное. За несколько метров до финиша атлет, который должен был занять второе место, случайно перепутал направление движения. Его соперник поступил очень благородно, дав ему время вернуться на верный путь. Самоуверенность и довольство собой сыграло с ним злую шутку. Сказать, что она прекрасно сохраняет равновесие и держит баланс, ничего не сказать. Невероятные кадры, не так ли? Мы всегда стараемся подбирать для вас лучший контент. Мяч то и дело выскальзывал с его рук, но в итоге все-таки сдался. Настоящий спортсмен не сдастся даже в самых тяжелых и, казалось бы, непреодолимых для себя обстоятельствах. Это было неожиданно, и это только начало. Впереди еще много интересного, так что смотрите этот ролик до конца. Кто мог ожидать, что пара игроков может собраться в трансформер? И все-таки иногда хорошая актерская игра позволяет футболистам получать пенальти и даже забить гол.
Как думаешь, в соревновании по единоборствам можно использовать суперспособности? Такой гол точно заслуживает аплодисментов не только от его собственной команды, но и от противника. Он был просто идеальным. Как говорится, важна не победа, а участие. Главное не расстраиваться, больше тренироваться и пробовать еще. Что-то мне подсказывает, что фотограф получил просто огненный кадр с такой-то моделью. Такой милый пес точно может зарядить кого угодно на победу. Кажется, что он не только их талисман, но и настоящий капитан, готовый вести свою команду к вершине успеха. Вот это настоящий взрыв на бильярдном столе. Не знаю, как это оценивать с точки зрения профессионализма, но выглядит точно эффектно. Этот парень тот еще счастливчик. Всего мгновение ранее и съемочный дрон мог упасть ему прямо на голову. Эх, а песик-то всего лишь хотел показать им, как нужно правильно играть. Только посмотрите в его расстроенные глаза. Мотоциклетные виды спорта настолько же зрелищны, насколько опасны. В прыжках с трамплина пловцы совершают акробатические прыжки в воду, демонстрируя высокое мастерство и контроль над своим телом. До финиша оставалось совсем немного, но этот немецкий конькобежец не удержал равновесия и упал. Эйфория от победы затуманила его рассудок, и он перестарался с демонстрацией эмоций. Возможно, если уже со старта начинаются проблемы, стоит задуматься о том, готов ли ты к этой гонке. Вероятно, этому футболисту было очень больно, но это не отменяет того факта, что его падение выглядело забавно. Ух уж это предвкушение и момент волнения перед тем, как мяч летит в кольцо. Всегда незабываемые ощущения. А мы набираем обороты и двигаемся дальше, ведь все самое интересное еще впереди. Похоже на картину из параллельной вселенной. Мяч отбил вратаря, ну зато хоть гола не было. С какой же помощью отбили этот мяч, что он аж сломал пополам ракетку? Невероятная сила. Это было опасно, но эти парни привыкли к адреналину. Они знают, как держать себя на грани, но не переступить ее. Даже дети знают, что стоять под баскетбольной сеткой – это не лучшая идея. Она бы выступила идеально, если бы не его вмешательство. С такими помощниками враги не нужны. Из-за такого тесного контакта лидеры гонки лишили своих призовых мест. Никто не ждет от хоккеистов грации в их форме, но все же неплохо бы обойтись без неуклюжих падений. Мокрый мяч не так просто удачно бросить, поэтому футболист отчаянно пытался придумать способ решить эту проблему. К счастью, болельщик это заметил и пожертвовал свой худи ради победы любимой команды. Скажи честно, если бы не счетчик на этом видео, ты бы смог посчитать количество вращений этого гимнаста? Есть вещи, в которые абсолютно невозможно поверить. Удивительно, как такое вообще может произойти.
Не обязательно быть супергероем, чтобы настолько хорошо владеть своим телом и совершать немыслимые прыжки. Когда чувствуешь, что победа уже за тобой, можно и получить очередные очки наиболее эффектно. Как думаешь, это больше удача собаки или реакция гонщиков? Подобный обгон в скачках, скорее всего, приведет к дисквалификации. Ведь крайне опасно выходить на чужую линию, не заставляя сбавить скорость других. А мы набираем обороты и двигаемся дальше. Ведь все самое интересное еще впереди. Фигурным катанием в паре могут заниматься люди, которые только на 100% доверяют своему партнеру. Еще одно доказательство, что нужно оставаться сосредоточенным до самой последней секунды. Вратарь хоть и не поймал мяч, но начал рано радоваться, что гола не было, ведь новый удар не заставил себя ждать. Хоть и не совсем безопасно, но поймать мяч ему все же удалось. Этой женщине точно не скучно живется. Выбежать к столу прямо во время соревнований не каждый бы осмелился. Хоть у нее и не совсем получилось показать свои умения, но она попыталась. Бадминтонисты обладают способностью прекрасно координировать свои движения. Быстрыми рефлексами, хорошей физической выносливостью и могут подпрыгивать на небольшие высоты для удобства ударов. Как ты думаешь, это была спланированная акция ради победы или стечения обстоятельств? Из-за стресса и усталости спортсменам просто необходимы верные помощники. Когда находится свободная минутка, некоторые спортсмены не прочь немного подурачиться. Никому не хочется упасть в грязь лицом, тем более на важных соревнованиях. Впрочем, главное не растеряться и продолжать двигаться вперед. Ей не нужно носить пакеты из супермаркета по лестнице, ведь она забрасывает их сразу через окно. Всегда приятно наблюдать конкуренцию до самой последней секунды. Команда этого голкипера выигрывала к концу матча, и он нашел новый способ отнять игровое время. А вот в такой напряженной конкуренции ставятся новые мировые рекорды. Может, это не то, что она хотела, но прыжок точно получился эффектным. Как вообще человек может прыгнуть так высоко? Невероятный талант и скорость. Вот она, настоящая человечность. Даже во время игры с мячом в руках этот парень помог упавшему подняться на ноги. И даже про дальнейшую стратегию действий не забыл.
И зрителей спас, и мяч в игру вернул. Это ж надо так быстро среагировать и понять, куда упадет мяч. Настоящий профессионал. Неплохой обмен. Конфетки на шайбу. И спортсмен подкрепился, и фанатка осталась довольной. Как бы важно ни было одержать победу, оставаться человеком все-таки важнее. В этот момент накал эмоций на матче достиг своего максимума. Этим великолепным голом он вправе гордиться. Мальчишка очень надеялся, что любимый спортсмен наконец его заметит. Приятно видеть, что его мечта наконец-то воплотилась в жизни. Вот что значит воспользоваться моментом, даже когда этого никто не ждет. Спортивная гимнастика – очень травматичный вид спорта. Стоит оступиться, и ты уже в опасности. К счастью, эта гимнастка не пострадала. Достижение такого результата требует времени, терпения и постоянного усердия. Если у вас появилось желание переключиться, не торопитесь. Скоро начнется настоящий драйв. В единоборствах пропустить удар могут не только бойцы, но и рефери. А это первый скейтбордист в истории, который смог сделать 3,5 оборота в воздухе. А ведь многие сейчас узнают себя в детстве. Не исключено, что это Конор Макгрегор, до того, как стал знаменит. Похоже, она одна способна играть и за свою напарницу. На ходу с такой точностью забросить мяч в сетку – это верх мастерства. Интересно, сколько ему пришлось тренироваться ради такого результата? Бесспорно, это точно один из лучших маневров на баскетбольной площадке. Наверное, этот баскетболист уже успел расстроиться, но жизнь учит нас никогда не отчаиваться. Одно мгновение, и мяч идеально прошел сквозь сетку после непредсказуемых маневров в воздухе. Уф, это было очень опасно. Но благодаря быстрой реакции и невероятной координации водителя обошлось без жертв. Но все-таки животным лучше не гулять по гоночным дорогам. Хитрая тактика. Лежачего трогать точно никто не будет. Но все-таки разгар матча – это явно не время для отдыха. Для этого парня наверняка победа важнее, чем другая лыжа. Вот это упорство и рвение к победе. Даже с босой ногой не прекращает свой путь. Наверняка он настоящая звезда этого боулинг-клуба. За считанные секунды атлеты могут преодолеть огромные расстояния, сокращая разрыв и обгоняя друг друга, что создает напряжение и азарт у зрителей.
спортсмену ничего не стоило уделить внимание юному болельщику. Зато мальчику этот момент запомнится на всю жизнь и, возможно, повлияет на его отношение к спорту. Выполнение элементов на бревне в гимнастике представляет собой особый вызов. Требует от гимнасток не только физической подготовки и мастерства, но и психологической устойчивости. Тот случай, когда о перерыве сообщили не судья, а мячик. Даже у профи иногда могут случаться курьезные случаи. Но главное отличие в том, что они могут выйти из них сухими из воды. Как же легко этот парень скользит по снегу. Вот это поворот! Признайтесь, вы тоже не ожидали такого увидеть? Ух уж этот непредсказуемый полет мяча. Фанаты точно посидели в ожидании результатов броска. Он явно был серьезно настроен ни при каких обстоятельствах никому не дать вести мяч. И получилось у него это на ура. Эти парни точно хорошие друзья и вне игры. Плохое настроение – это еще не повод разбрасываться мячами. Как же он был близко к успеху. Заветный мяч буквально выскользнул у него из-под носа. Но ничего, может, в следующий раз его ждет успех. Баскетболист решил, что матч – это не просто игра, а возможность подарить незабываемые моменты своим поклонникам. А какие же эмоции у этого мужчины? Он точно запомнит это на всю свою жизнь. С такой-то тренерской поддержкой точно можно забыть о всех страхах и переживаниях перед выступлением. Когда подушки нет под рукой, но очень надо, сгодиться могут и кроссовки. Изобретательность этой девушки не занимать. Вот что значит не судьба. Казалось бы, идеальный момент для гола, но даже в такой ситуации все возможно запороть. Вот это да! Эта девушка просто словно танцует на льду. Смотреть на нее – это как погружение в мир гармонии и элегантности. Она действительно олицетворение утонченности и мастерства в этом виде спорта. Хотел попасть в сетку, а получилось даже выше. Хорошо, что на месте оказалось специальное приспособление, чтобы достать мяч. А то кто знает, были ли там запасные. Кто бы мог подумать, что даже в бадминтоне может быть настолько мощный удар, который вполне в силах разнести ракетку противника вдребезги. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Ведь в мире спорта все может произойти, и это делает его таким захватывающим и непредсказуемым. Ух ты, не каждый даже один мяч сможет так идеально бросить, а этот парень повысил ставки и взял сразу два. На спортивных матчах никто не застрахован от мяча, ведь иногда его следующая подача и полет может быть совершенно непредсказуемыми. Когда во время интервью Кристиана Пулисика к нему на поле выбежал болельщик, охрана тут же оттянула подростка. Однако футболист не смог оставаться в стороне, вступился и даже уделил ему внимание. Конечно, сложно применять поговорку «тише едешь, дальше будешь», когда речь идет о чемпионате по легкой атлетике. Однако она поторопилась зря.
За 17 секунд до окончания чемпионата фехтовальщица, которая была впереди на 3 очка, серьезно повредила ногу. Соперница могла легко ее победить ввиду травмы, но благородно уступила ей первенство. А как вам такой поворот? Честно говоря, без ваших комментариев тут не обойтись. Этот парень просто как птица парит над землей на сноуборде. Так после всего еще и с первой попытки идеальное попадание в кольцо. Вот что значит мастер на все руки. Ну и ноги тоже. У этого парня не только ноги работают на все 100%, но еще и мозг включен на полную мощность. Главное только, чтобы судьи не сочли такой маневр за нарушение правил. Наверное, эти ребята уже настолько повысили свою планку, что теперь показывать трюки просто на земле для них легкотня и нужно что-то экстремальное. Главное еще лошадку непривередливую найти. Ну, если так играть в теннис, тогда на площадку нужно выходить в броне, а то мало ли покалечат еще. Хм, а что, ведь неплохая идея. И не нужно тратить энергию, чтобы бегать туда-сюда. Этот парень настоящий гений, как минимум для любительских игр. Такие кадры – это истинное доказательство того, что спорт объединяет людей, превращая игру в настоящее празднество. Как великолепно видеть такие моменты искренней радости и единства. Это просто потрясающий момент. Невозможно даже представить, сколько эмоций получил этот парень. Такие моменты точно заставляют верить в то, что мечты сбываются. Какой романтичный поворот событий на поле для регби. Такое мгновение точно навсегда останется в памяти молодых и всех тех, кто был свидетелем этого невероятного момента. Эта фигуристка показала настоящий дух спортсмена, поднимаясь после сокрушительного падения и продолжая свое выступление с таким же энтузиазмом. Этот гол просто шедевр. С такой уверенностью и мастерством это не просто гол, это произведение искусства на футбольном поле. И такое бывает. Хотел отбить атаку, а случайно забила гол своей же команде. Иногда жизненные случайности никого не щадят. И неважно, сколько голов он мог пропустить в этот момент. Главное, что этот парень доказал свою человечность и спас несчастную птичку с футбольного поля в самый разгар матча. Шар летит в воздухе и, о чудо, попадает прямо в лунку. Как будто это было само собой разумеющееся. Кажется, этот мужчина сможет так же даже с закрытыми глазами. Либо он переоценил свои возможности, либо можно обвинить шлем в случившемся. Во-первых, как такое вообще возможно? А во-вторых, был ли его успех для него сюрпризом? Спортсменка не справилась с напряжением и подвергла себя опасности ради того, чтобы финишировать раньше соперниц. Перед началом соревнований психологическая подготовка играет важную роль, помогая спортсменкам справиться с давлением, сосредоточиться на задаче и поддерживать уверенность в себе. Порой, чтобы играть в волейбол, надо обладать навыками паркура. Команда, которая предпочитает играть лежа. В
В легкой атлетике важен не только профессионализм, но и удобная форма. Ну, что скажете, друзья? Наша подборка вам понравилась? Надеемся, время, проведенное с нами, пролетело незаметно.